попробую подходить потихоньку.
А что, один свинел, да? Да, подсветка опять, аккумулятор этот долбанный сел, литий-ионный, на подсветке. Не знаю, он приплыл слева откуда-то. Зашевелился. Надоело, наверное, нас пялиться. Я уж, честно говоря, замерз. Да я хотел на прицел снять, а аккумулятор опять сел. Эй, друг, ну-ка давай ныряй, хватит. Хватит позировать. Хватит позировать, ныряй. Ныряй, вот молодец. Ой, ты какой красавец. Прямо перед нами, левее, в кустах на краю льда голова торчит. Не успел я сфотографировать, как он ныряет. А второй где? Слева, справа? Вот одного я вижу, а второго нет. Вот сейчас один на меня смотрит. А, вижу второго. Второй справа, из-под елки выплыл. О, поплыл. Второго только голову вижу. Второго через кусты, только голову видно. Ну, голубчик, нырни еще раз. Эй, боец. Ныряй, у меня уже глаз слезится, мать. Ныряй! Ныряй! Молодец! А второй бронебойный напрочь, вон он на воде, я вижу. Нырнул, да? Ага, вот отсюда бы надо было ехать, это отсюда бы я обоих видел. А там за кустом я не видел.
Ладно, давай сейчас попробуем аккумулятор поменять, может быть, еще на что-нибудь снимем. Опа, нырнул. От второго глаз через лед только светится, вижу. Да, наверное. Он там под елкой, вот там перед елкой кочка, вот она оттуда светит, торчит справа. Он поплыл. И второй там же вынырнул. Оба нырнули. И мы все это засняли. Опять вынырнул, вот он. Давай, давай, посиди, посиди. Видишь его, да? Ну давай, друг, ныряй. Видишь его фонариком, нет? Да вот прям, вот как я смотрю, прям передо мной, на краю, у края льда голова торчит. Ну мне, посмотри, как я, и куда я смотрю. Ну я в тепло не вижу. Помахай светом туда-сюда. Да не надо свистеть, они полуглухие. Они оглухие. Обнаглели. Ага, все, засняли. Да.